Да, вроде, ну, вроде нормально. Пока что. Да. Полтинник FPS, все хорошо. Вот эти молнии вообще убивают просто. Там сзади не зайдут нам. О. Ачивка. Ударить пятерых ногой. Убийство в 1.5 метра расстояние. Заебись. Там, так, наверное, больше очков дают за такой раз. Так, чувак, ты куда? А там нельзя в дверь зайти, нет? Какую? Ну, вон. В доме. Это, в комбарную? Ну, нет. Сюда. О! Подожди, подожди, отойди, отойди. А. Она как-то светилась, по-моему. Сейчас пистолет. Она. Я увидел. О, а тут что-то взрывается. Чувак! Я тебя не знаю, как поднять. Я истекаю кровью. О, воскрешение. Нормально. О, смотри, там еще взрывается. Наверх. Так, мне как? Кажется, там проще обороняться. Нам наверх. Чувак надо. Сидит. Патроны, чувак, вот здесь. О, и оружие, я оружие еще случайно смотрю. Тут где это. Энфилд. А, у тебя и так Энфилд, да? И так Энфилд, да. А, у меня S40. Ой, ты, короче, стреляй. Там на лестнице вот тут так оставлять. Ну-ка, пропусти их к нам полностью. Там видишь сзади что есть? Няшка какая. А. Ну, там подстреливать чуть-чуть. Пока все. Что-то медленно идут. А он подходит. Фишка была в снайпер вид такая. Там типа некоторые гранаты с собой сзади носили. Можно было эти гранаты подрывать. Угу. Такого нет. О, так, кроны для этих я взял. Че, мы тут тупо стоим, обороняемся? Да! Слышь, лопату положи. Гранат нет. На чё гранат кидать? На это. Ну я кинул гранату на F. Как тело, блин. Так-то норм Tower Defense. Лопату положил. Красава. Так, патроны включились. Вот они у меня. А здесь что?
Там на снайпер. А, блин, О, здесь еще укрытие можно использовать. Точно, снайпер видно. А как отцепиться? Ну, ага. Как встать? Ага. Ладно, сейчас от патрончики быстренько наберусь. Две гранаты. Так. Чувак, не кидай меня. Ты где? Ага, я вижу. Я плафон ломаю. Вот там что-то есть. О, стой, смотри, скелет. Чувак, там скелет. Где? Возьми снайперку, вон на вышку туда, он далеко. Там скелет, смотри. Сейчас. Ага. Я его убил. Убил? Да. Что-нибудь дали? Не. Ачивочку? Нет. Так, ладно, сейчас по-любому будет ближний бой какой-нибудь. Нет, сейчас конец как. Да? Безопасная зона. Left 4 Dead. Такая отсылочка. Все, задача выполнена. Грант, смотри. Энфилд, Спрингфилд, Мосинка. О, я хочу Мосинку взять. А, у нее хотя она пятизарядная. Не, Энфилд. Угу. Она и прошибает посильнее. Так, на кольт патроны набрал. Это здесь на пистолет есть. О, все виды пистолетов есть. Смотри, даже 4 пистолета. Револьвер есть. Я беру револьвер. 6 патронов, но будет убивать меня. Нормально. Бинокль не надо, да? Его можно взять? Нет. Че, ППШ норм или как? Норм, у него разброс большой. А, ну я тогда со своей останусь, она, в принципе, издалека нормально долго. Сейчас посмотрю, какой. Вот этот клевый. Да, вот я с ним. МП-44. Так, сейчас, подожди, чайку. Хочу черно-белое все. Как оно выглядит. Ну ладно, давай попробуем. Ва, черно-белое, короче. Да ладно. Так, где оно там? А, вот он. А, ну, зато ачивку дали какую-то. Так, видео... Нафиг это, я не хочу черно-белый, я хочу видеть кровяку и зомби. Все нормально. По-моему, оно красное будет, кровяка и зомби. Все равно. Ну, типа стиль. Это, как этот город грехов, помнишь, в фильме? Ну-ну-ну. Вот что-то типа такого. Ну, ништяк, кладбище. Люблю кладбище. Во время зомби-апокалипсиса. Вот там чувак. О-о-о. Там справа, видел, прыгает? Да-да-да. Снайпер. О, снайпер. Укрытие. О, нифига он, блин. Хера он прыгает, ты видал? Угу. Так, одного снял. Честно, брат. Рыма хочет. А где? Да. Убил. Убил? Из укрытия его убил. Ну, он в укрытии был. Угу. Бля, там молния меня пугает. Так, ладно. Ближний бой. Нет, это что? А, это МП-44 как раз. ППШ. Ну, патроны. Здесь, видимо, нету этого нового оружия. Не будет попадаться. Ну, оборону надо держать опять. А ты где? Я чувак! Наверх. Чувак! Ты где? Я наверху. Ну что, поехал? Они вылазят из могил. Какой кошмар. На, ну. Саня, подвинься немного, да? Да, ты мне в пузо стреляешь. Ладно, чувак, из меня снайпер не очень. Я пошел делать то, что я увидел. Лучше всего бейтить. Там, кстати, это два входа, так что.
тут танк, да. Я знаю. На, нахуй. На. Ой, лаги. Да, немножко пролагивает во время писа. Я выстрелом в противогаз, и мне эта камера включилась, снайпер элитовская. И а он на противогаз такой тинь. Он умер. Ладно, я на входе тут, если что, стою, нормально. О, они воскрешаются, прикинь. Чувак, они в доме. Чувак, тебе с гранатой, сзади, сзади, сзади. Развернись. Вау, какой-то бешеный. Вот я говорю. Ой, они с воды. Чувак, я к тебе. Тут вообще борода. А, мать вашу. Опять бешеный, бежи! Я не смог вернуться. Ну ладно. Он тебя сзади может быть. Еще один поход. Блять, он взрывается после смерти. Там сзади могут зайти двери есть. Я охраняю это место. Не переживай, все хорошо. Так, по мне кто-то шмалит. Чувак, они заходят с кладбища. Вообще с другой стороны. Там дверь открылась. Надо наружу выходить. Я тебе говорю, вот там будет. Снизу. Надо патроны где-то найти. Ну, они шмалят. Да-да, я говорю, они стреляют еще. Это он вообще лютый, кстати. Да-да-да, я его убить не могу. Он поднимается. Да, вот это, кстати, хороший. Ты слышишь? Да, с белки микрофон. А, чувак! Там вообще борода. Я тебе это... Стреляю, блин. Я видел дверь. Я был. Там был тоннель. По-моему, еще рано спускаться. Да не. Или уже можно? Надо патроны искать вообще. Так тут вот комната есть с патронами. О, дробовик, чувак, здесь есть дробовик. Все. Я его забрал. Это явно мой день, ты забрал дробовик. Да. Все, это не мой день больше. Ты остался патроны только найти, где патроны, чувак? Ну, по-моему, нет. Ты сказал, что здесь есть комната с патронами. Ух ты. Headshot. А, смотри, еще один.
Они типа застряли или что? Но. Так, где патроны? Так это было вся суть. Теперь нам просто до комнаты добраться надо. Ну я не знаю, надо и найти патроны. Может вернемся в убежище, если оно не закрыто. Так вон там оно, вот оно. А, ну. О, противогазы. Чувак, направо, направо. Мне интересно, что здесь. Понятно. Узнал. Слиток. А для чего нужны очки, которые мы получаем? Ах, хер его знает. Смотри, спрыгивают такие с противогазом. Прикольно. Там газ. Газ-маск, за газ-маск. Там что, противогаз типа видно? Видимо, да. Как владеть? Так, я патроны еще пока не могу найти. Чувак, где патроны на второе оружие? На дробовик? Так вот же, они все. Нет, я только для этого, для пистолета смог здесь найти. Вот, один ящик, второй ящик, третий ящик. Я не могу. На дробовик нету. А что на одноразовый?